Он да благословит его Аллах и приветствует, когда один раз откровение задержалось. Всего один раз. Он не выдержал, да благословит его Аллах и приветствует. Он хотел забрать с небес эту религию полностью, готовую, универсальную, и передать ее людям. Он горел изнутри, да благословит его Аллах и приветствует. Всего один раз откровение задержалось, а он очень сильно опечалился, так, что даже ваш Господь в суре Ад-Духа клянется ему, клянется своему другу и любимцу Мухаммаду, мир ему и благословение, что он не оставил его, не забыл и не забросил, чтобы таким образом утешить его сердце, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах говорит ему: «Клянусь утром, клянусь ночью, когда она покрывается мраком. Не покинул тебя твой Господь, не покинул». Нет, о Мухаммад, не думай,